So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas. And I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand in the light and right hand on the Buddha and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to your whole thing is going to be very nice. Rakkarjanam
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपते नमस्ते लंबोदराय एकघंताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेशाय श्री निर्मला देवी नमो नमः। Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Карелия на берегу Онежского озера, город Петрозаводск. Мы сегодня с вами помедитируем, посмотрим лекцию матери, посвященную Шри Будде. Давайте поднимем энергию, выровняем поле. Намасте. Произнесем 3 раза ом. Лишь Матаджи. Руки обратим к земле. Великая Мать-Земля, пожалуйста, почисти нас. Питай все негативные энергии. Интро трансформируй. Мантра Адипхуми Деви. Откроем руки. Ом. Массируем правой рукой родничок. Мать, пожалуйста, усиль нашу самореализацию. Пожалуйста, укрепи нашу самореализацию. Спасибо, что ты дала нам самореализацию. Послушаем все вибрации на руках, над головой. От основания туловища, внимание, вверх по позвоночнику, над сахасрарой. Ом. Откроем левую руку, правую к земле. Внимание на левом канале. 3 раза са. Мантра Махакали Бхайрава.
Звук «са». Правую руку откроем, левую в эфир. Внимание на правом канале. Три раза звук «ха». Мантра Маха Сарасвати Ханума. Звук хам. Откроем обе руки. Три раза ом. Смотрим ладошки друг об друга. Откроем. Еще раз звук ОМ. Внимание на первом центре. Матхи Шри Ганеша сделана с чистыми, невинными, мудрыми и проницательными. Три раза Шри Ганеша. Левая рука открыта, правая к земле. Внимание на первом левом. Мантра Нирмал Ганеш. Правую откроем, левую к земле. Внимание на первом правом. Мать, только ты уничтожаешь все демоническое, все негативное, все, что атакует нас и внутри, и снаружи. Мантра Шри Картикея. Обе руки откроем. Внимание от основания позвоночника вверх, над головой. Ом. Левая рука открыта, правая на левое сердце. Попросим. Мать, пожалуйста, приди в наши сердца. Открой наши сердца. Я чистый дух. Я не это тело, не это эго, не те эмоции. Я есть Шива. Пропоем несколько раз. Я есть Шива.
Пропоем мантру Шива Парвати. Правую руку на лоб. Мать, пожалуйста, поднимись, приди в наши головы. Я все всем прощаю, себя прощаю, всех и каждого. Прощаю, прощаю. Прочитаем «Отче наш». Мантра Марии Иисус. Достаточно, откроем руки. Внимание над головой. Ом. Правую руку положим на заднюю агью. Масть, прости нам вольные и невольные ошибки против тебя. Прости всех тех, кто вольно и невольно причинял, причиняет или хочет причинить нам вред. Мантра Маха Ганеша. И немножко отхлопаем заднюю ноги. Достаточно. Открываем ладошки. Откроем руки. Ом. Правая рука открыта, левая на печень. Мать, пожалуйста, поднимись нашу печень. Пожалуйста, почисти нашу печень. Ты наш учитель, наставник, ты наш гуру. Мантра Раджа Лакшми. Левую руку откроем, правой повыветриваем и посбрасываем с печени. Пропоем еще раз Раджа Лакшми. Правой рукой послушаем вибрации от печени на расстоянии. Мать, ты наше внимание. Пожалуйста, пусть наше внимание будет только на духе. Правая рука на печени. Мантра Нирмал Читта. Откроем руки, пройдем вниманием еще раз сердце, голова, печень, сердце, голова, печень.
Внимание, пройдем по центральному каналу. Вверх. Ом. Мантра Махалакшми Ганеша. Внимание в Сахасраре и выше. Мантра Шри Кальки Шри Матаджи. Внимание в Сахасраре. Три великие мантры. Джай Шри Матаджи. Сейчас мы посмотрим лекцию матери и в конце помедитируем. Джай Шри Матаджи. Так что не будет польза поддерживать кого-то, кто негативен. Многие негативные личности, которые попросили оставить их от жилья, иногда создают проблемы, приходя и говоря: «О, мать, вы знаете, я так хорошо, но они мучают меня, они так беспокоят меня». И теперь я вижу путь в таком человеке, я ясно вижу. Я могу видеть негативность, но если вы не видите, вы принимаете его сторону. «О, Боже, посмотрите сюда, бедняжка мучается». Вы потеряете свои вибрации и ничего не сможете понять. Так что не попадайте под влияние этих ропщущих душ, как Христос назвал. Он говорил: ропщущие души — это величайшая опасность. Я видела это в Сахаджи-йоге. Те, кто ропщут, говорят за спиной, продолжают жаловаться, представляют величайшую опасность для сахаджи-йоги и в конечном счете для себя, потому что их разоблачат. И это другая ситуация, в которой мы не коллективны. А когда мы не коллективны, мы коллективны для чего-то, что не является силой восхождения. Это что-то удивительное. How? Видеть людей в этом мире, которые навлекают на себя разрушение. И мы тоже, в какой-то степени, когда мы не понимаем, что такое коллективность, и пытаемся разрушить наше тело сахаджи-йоги. Я говорю вам сегодня все эти вещи, потому что они должны быть оставлены в этот день рождения Будды. Будда — это тот, кто отвечает за ваше эго.
Если вы идете против Будды и начинаете слишком много рисоваться, тогда он опускает ваше эго в вашу левую вишудхи. И так вы совершенствуете вашу левую вишудхи. И когда вы усовершенствуете свою левую вишудхи, что произойдет? Вы начнете испытывать чувство вины. То есть вы не сможете видеть ситуацию, а будете говорить: «О, я так виноват, я убил тебя». Хорошо, я убил тебя, я чувствую вину. Мы никогда не смотрим на ситуацию. Это эго, которое идет на левую сторону и создает эту проблему левой вишудхи. Это в любом случае не ваш стиль такого терпеливого отношения к вещам. И не то, что вас подавляют. Но нет, это вы угнетали других. Вы были эгоистичны до такой степени, что это дошло до вашей левой вишудхи. Так что вы пытаетесь оправдываться. Теперь я предлагаю, что если вы действительно хотите понять сахаджи-йогу, сначала вы должны понять самих себя. А потом вы смотрите, куда это направляется мой ум сейчас. Некоторые дамы, которые сплетничают, приходят в сахаджи-йогу. Они в порядке. Но иногда эта привычка возвращается. Пойдемте посплетничаем о той женщине. Они просто встают и идут к другой, которая, наверное, была сплетница в прошлой жизни. В итоге они идут к той леди и говорят что-то против этой. Потом они находят другого сплетника или третьего. И что я нахожу теперь? Три великие сахаджи-йогини сидят и сплетничают там. Я спрашиваю: о чем вы говорите? О, нет, мать, мы обсуждаем сахаджи-йогу. Я говорю: правда? Обсуждать сахаджи-йогу никогда не обозначает обсуждать сахаджи-йогу. Если вы обсуждаете людей, вы не обсуждаете сахаджи-йогу. Обсуждение сахаджи-йоги не имеет ничего общего с людьми или реализованными душами. Слава Богу, вы не обсуждаете меня, потому что, должно быть, я делала много ошибок в отношении вашей культуры, в отношении вашего стиля, в отношении человеческого стиля. К примеру, вы должны 10 раз сказать «спасибо». Я, скорее всего, скажу только 3 или 4 раза, а вы должны сказать «извини, извини, извини, извини». Даже по телефону я никогда не говорю «извини», я скажу «я прошу прощения». Но, как вы видите, люди говорят «извини, извини». И я начинаю думать, это я не права, или они не правы. Итак, когда мы начинаем осуждать других, что мы на самом деле делаем? Так это противопоставляем или сталкиваем кого-то с нашими собственными ограничениями. И мы начинаем думать, он должен сделать это так, он должен. А что насчет вас? Так что наилучше будет обсуждать себя с самим собой и обсуждать сахаджи-йогу с другими. Это наилучший способ избавиться от величайшего врага коллективности – сплетни. Знаете, я думаю, что человеческая природа посплетничать. Другая ужасная вещь, которая есть у нас, которую Будда старался контролировать, это очень тонкий уровень агрессивности. Это одна из игр, в которые я играю, делаю кого-то лидером. Это игра, запомните, пожалуйста. Даже если я говорю вам, я Махамая, вы забываете это. Даже если я говорю вам, я играю в игру, вы все еще забываете это. Вы так серьезно становитесь лидером. Нет ничего особенного в чувстве лидерства, нет ничего подобного лидерству, нет ничего подобного в сахаджи-йоге. Но потом я играю вашу роль. Сейчас я хотела бы похвалить людей за вчерашнюю программу. То, как все было устроено. Это было сделано прекрасно. Пришло так много людей. Это замечательно. Но потом я думаю, должна я говорить это или нет? Если я скажу, Бог знает, что я увижу в следующий раз.
Так что поощрение такого рода, поможет оно или нет? Поэтому я по-прежнему помалкиваю об этом. Конечно же, я должна сказать, что вчерашняя программа была замечательной, и нам действительно нужно поаплодировать Дэйву и нашему лидеру Карану. Несмотря на такое противостояние и бессмысленность, они показали, как много людей они привели в Сахаджи-йогу, и как с полной сосредоточенностью они установили так многих в Сахаджи-йоге. И этому вы должны учиться у них. Тому, как, несмотря на все проблемы и все прочее, без какого-либо дурного чувства, просто смотрите, как вы движетесь, как огромный слон, к даче реализации других. Создавая все больше и больше сахаджи-йогов в Америке. Те, кто имеет эту цель в жизни, то, что мы должны давать реализацию людям, мы должны достигнуть установления сахаджи-йоги. Они не будут никогда иметь никаких проблем. Поэтому никогда не опускайтесь до того уровня, где вы будете думать, посмотрите, еда не очень хорошая, то не очень хорошо, это не очень хорошо, этот парень меня мучает, тот парень делает это. Ничего. Это не поможет вам, не поможет никому, не даст вам каких-то отличий, как они говорят. В конце концов, если вы собираетесь войти в Царство Божье, вы должны знать, что у вас должны быть определенные отличия, иначе Бог скажет, ты не подходишь. И вы удивитесь, почему вход не разрешен. Вы думаете, что вы столь умны, столь велики. Посмотрите, как много слухов вы создаете, как много проблем вы создаете, как много лидеров вы сбросили, как часто вы обманывали мать и тому подобное. А потом вы обнаруживаете, я не подхожу. Что произошло? Так что не обманывайте себя. Ваша суть — это дух. Не обманывайте себя. Если вы обманываете себя, в конечном итоге вас обманывают. И несмотря на то, что вы были сахаджи-йогами, несмотря на то, что вы были на моей муджи, что вы были там, имели удостоверение сахаджи-йога, имели свет над своей головой, они все равно скажут, возьмите другую жизнь, а потом возвращайтесь. Возьмите другую. Ведь, как видишь, ты не подходишь. Ты должен пройти еще один год. Попытайся еще раз. Итак, самый легкий способ быть хорошим сахаджи-йогом – не обманывать себя. Наблюдайте за собой. Куда направляется этот дух? О чем я думаю? Над чем сейчас работает мой мозг? Могу ли я… Вот идет человек. Могу ли я дать ему реализацию? Должен ли я рассказать ему о сахаджи-йоге? Сидя в поезде, смотрите на людей. О, вот это в порядке. Давайте займемся этим парнем. Все время вы должны ловить людей, как ловят рыбу. Я говорила вам, как делать это. Идите и ловите их одного за другим и создавать великую коллективность. И если ваше внимание на этом, тогда я могу сказать, вы действуете как Будда. Потому что Будда делал это. Он собирал людей отовсюду, говорил им следовать по пути непривязанности и просил их носить одежду и вещи для непривязанности. Также он просил, чтобы вы не привязывали себя к своим семьям, ко всему. Все это он делал только ради одного, чтобы подготовить лишнюю жизнь.
чтобы они сделали все эти вещи. Но мы не просим вас носить оранжевые одежды. Мы не просим вас делать все эти неверные вещи, которые не нужны сегодня. Тогда это было нормально, но сейчас это неправильно, так как в этом нет необходимости. Если это не нужно, зачем носить это на своей голове? Как-то на днях я видела кого-то, кто нес большую лодку на своей голове. Я спросила, что ты делаешь? Он сказал, я несу лодку. Для чего? Зачем ты несешь лодку? Он ответил, видите ли, я знаю, что нет необходимости нести лодку, потому что здесь нет моря, нет воды, нет ничего, но я просто несу ее. Но почему ты несешь это на своей голове? О, потому что я несу, знаете ли. То же самое у нас. Мы заботимся о вещах, которые не нужны. Как, например, мать, сейчас я занимаюсь хатха-йогой. Должен ли я заниматься хатха-йогой? Но зачем ты хочешь заниматься ею? В этом нет необходимости для тебя. Нет, нет, мать, но я буду заниматься ею. Ну тогда занимайся, что ж поделать. Это так же глупо, как нести лодку на своей голове. Как бы там ни было, это пустая трата времени. Я привык к этому, мать. Я привык делать это, поэтому я должен делать это. Все сделано так легко для вас, сахаджи-йоги. Очень легко. Вы не должны голодать, вы не должны поститься, вы не должны становиться вегетарианцем, вы не должны идти и сидеть на солнце или медитировать в Гималае. Ничего подобного. Вы можете сидеть комфортно, где хотите, и можете медитировать. Все сделано легко. И когда вы узнаете свой дух, вы сможете наслаждаться всем, что прекрасно. Теперь это для всех, может быть, для некоторых людей это слишком. Вы сидите в пустыне Сахара, что-то дует вам на голову. Что это? Как мы можем жить здесь? Такая жестокая жизнь. Вы не думаете таким образом, так как вашему духу комфортно внутри вас. Это комфорт духа. А для комфорта духа вам не нужно ничего. Вот что у вас есть. Так что не беспокойтесь о глупых вещах. Потому что Будда ходил кругами. Как сегодня мы шли на эту программу, я думаю, подобно Будде. Отправляясь из этого конца, снова приходим сюда, потом я не могу найти его, потом в другой конец, потом мы идем этим путем. В конце концов мы дошли, а здесь было закрыто. Я сказала, сделайте ему бандан. Кончено. Открыто. Так что это было заблокировано, то было заблокировано. Идем этим путем, тем путем. Хорошо, это было закрыто для него. И он ходил и ходил кругами. Но это не закрыто для вас. Почему вы хотите ходить кругами снова и снова? Но это то, чего все хотят сегодня, делать то же самое. Мы должны жертвовать, мы должны отказаться от этого, мы должны сделать это. Чем вы собираетесь жертвовать? Для чего жертвовать? Мне бы хотелось знать, как отжить. Но, конечно, в основном люди жертвуют своими мозгами, я думаю. Когда ничего не нужно приносить в жертву, почему вы хотите стать козлом для жертвоприношения? Итак, из жизни Будды вам не нужно учиться тому, что он ушел в джунгли, что он сделал это или сделал самоотречение, он бросил свою жену. Нет, в этом нет необходимости сейчас, с этим покончено. Вот где мы не справляемся, и мы не можем объяснить людям, что те, которые говорят, но у нас должно быть самоотречение, что отречение у нас должно идти изнутри, как песок, про который я говорила вам. Непривязанность у нас идет изнутри.
Но это сострадание, чистое сострадание, это самое непривязанное. Самое непривязанное – это чистое сострадание. И все, что чисто, чисто потому, что не привязано. Это точная математика. Все, что чисто, должно быть не привязано. Если оно привязано, значит не чисто. Видите логику? Чистая математика. Если у вас есть чистая любовь, значит, вы не привязаны. Теперь, предположим, вы любите мать. Хорошо, примите это. Теперь вы можете сказать, что это чистая любовь ко мне. Тогда вы не должны сердиться, если я не приду в ваш дом. Вы не расстроитесь, если я не смогу сесть в вашу машину. Вы не будете чувствовать себя несчастной, если я не дотронусь до вашего сари. Потому что я люблю мать. Кончено. Это заканчивается здесь. Только чистая любовь. Конечно, я знаю эти недостатки. Поэтому я стараюсь угодить вам. Конечно. Но на самом деле, если вы действительно любите меня, то это ничего. Я люблю ее. Она любит меня. Кончено. Неважно, приедет она в мой дом или нет. Подарит она мне подарок или нет. Похлопает она меня или нет. Смогу я увидеть ее или нет. Смогу я встретиться с ней или нет? Никакой разницы. Я люблю ее. Вот где чистота любви. Там, где нет никаких ожиданий, кроме того, что я люблю. И эта любовь – это океан наслаждения, океан блаженства. Вот и все. Самая легкая вещь – это любить. Просто любить. Как ваше сердце увеличивается, как океан. Это просто любовь. Море не привязано ни к одному берегу. Когда оно должно прийти, оно приходит. Когда оно должно уйти, оно уходит. Когда оно должно давать воду для дождя, оно дает. Вода уходит, превращаясь в облака. Потом вода падает дождем и снова возвращается в море. Это нигде не заканчивается. То же самое происходит, когда мы просто думаем. Это чувство, которое есть у меня, это любовь к матери. Что это за чувство? Это будет концом всего. Это точно. Я чувствую то же самое, иначе я каждый день чувствовала бы вину. О, я не улыбнулась тому, я не подарила подарок этому. Я должна взять что-то особенное тому человеку. Я опоздала на программу. Но я не чувствую себя виноватой, потому что обо всем позаботились. Если бы я приехала раньше, все эти крикуны были бы здесь и беспокоили бы нас. А так все эти ужасные люди исчезли, и у нас здесь только хорошие люди. И тогда я тоже сел. Я не говорю, я возвращаюсь. Нет необходимости нервничать. Если мать опаздывает, должен быть какой-то план. Если она приходит раньше, значит, должен быть какой-то план. Если она действует по этому плану, а не по другому, в этом должен быть также какой-то план. Не сомневайтесь в этом. Если она что-то делает, должен быть план. Вы знаете, у матери свои планы. Это хорошая идея думать таким образом. У нее свои планы, знаете. И как только вы начнете думать таким образом, такая защищенность и такой прекрасный мир начнет распространяться в вашем существе. И вы будете вполне удовлетворены. Теперь посмотрите, все принесли еду. Я имею в виду, что когда я увидела это, мне стало страшно. О, Боже. Я имею в виду, посмотрите на это. Подразумевается, что я должна попробовать ее, но даже попробовать это будет слишком. Но знаете, я должна поесть, потому что если я не прикоснусь к чему-нибудь, тогда они подумают, почему мать не прикоснулась. Должно быть что-то не так.
Это очень большая проблема для меня. Делать вас счастливыми и успокаивать вас. Но я уверяю вас, что я люблю вас всех очень сильно. Независимо от того, преподносите ли вы мне еду, цветы или что-то еще, это не имеет значения. Когда я уезжала из Боготы, мое сердце взрывалось. Я видела, как рвется мое сердце. Я видела, потому что я покидала всех своих новорожденных детей. Вот и все. И я даже не хотела сталкиваться с этим. Я имею в виду, что я чувствовала, о Боже, пожалуйста, посмотри, я покидаю их. Но это потому, что я люблю их. И так я видела, что из-за того, что я люблю их, я чувствую эту жалость. И даже эта боль является нормальной, потому что я люблю их. Я наслаждаюсь этой болью, потому что я люблю их. А потом я приезжаю сюда и вижу всех вас, стоящих в аэропорту. И все это выполняется снова. И не потому, что вы приехали, а потому что я приехала, чтобы любить вас. И это такие прекрасные взаимоотношения, такое прекрасное чувство. Я бы хотела, чтобы все вы наслаждались этим, а не незначительными мелкими вещами, отравляющими вашу радость. Все эти убийцы радости. И вот почему величайшие убийцы радости — это глупости эго, которые говорят, о, почему мать не сделала этого или сделала то. Это эго, часть эго. Вот почему мы должны думать о Будде и отмечать его в джаяте внутри себя. Установить его и сказать. Это эго не может забрать нашу радость. Когда бы не приходили подобные идеи в вашу голову, скажите им, теперь, мистер Эго, я знаю тебя очень хорошо. В свете Будды вы можете видеть ваше эго очень ясно. А он убийца вашего эго. Он тот, кто разрушает ваше эго. Итак, сегодня мы должны помолиться для всей Америки, которая действительно страдает от этого глупого, фантастического эго, которое эксплуатируется каждым. Люди одурачивают их, СМИ одурачивают, все доктора одурачивают, все психологи одурачивают, все правительство одурачивает. Я не знаю, все одурачивают, потому что у них есть эго. Если бы у них не было эго, они не были бы одурачивать. Вся эта реклама, все эти фокусы, происходит потому, что человеческие существа имеют эго и не видят этого. Итак, мы должны сказать, мать, пожалуйста, забери это проклятие эго от американцев и Америки. Вот почему так хорошо, что сегодня мы проводим эту пуджу-пуджу. Да благословит вас Бог. Шриматаджи, положим правую руку на левое сердце, три раза скажем: «Мать Богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать Богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать Богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля». Риши Матаджи. Сделаем несколько банданов. Мир, любовь, справедливость, безопасность всем людям на планете Земля. Крутим бандан. Достаточно. Следующий бандан. Распространение сахаджа-йоги на планете Земля. Приход новых искателей в сахаджа-йогу. Джи Шри Матаджи.
Кришна Матаджи. Произнесем ОМ. Сейчас мы медитируем. До новых встреч. До свидания.
Thank you.